Is Neil Jiang? Хатефрес говорил об этом месте. Крокодил где-то внутри. Творится. Место хорошо охраняется. Стрелял. Тревога! Сюда! Там явно что-то есть. Глядеть в оба. Что ты? Что? Что?
тебя на новом месте, мальчик. Так. Эй! Кенса, разве этого ты хотела? Стать рабыней врага Египта? Вечно благодарны за ее труд на благо города. Культура для всех. В Аюме безопасно, как никогда. И все благодаря бесконечной щедрости нашей госпожи, которая безустанно трудится на благо нашего замечательного города. Прекрасные статуи Афродиты, что украшают Лимбу, скрывают восхитительные стены. Старый своял лик богини, вдохновляясь красотой нашей уважаемой госпожи. Благодаря неустанным заботам нашей госпожи, Фаюм снова процветает. Ήδη όντιν, όραν βουλήμι τη μηχανές. Обязаны ее безупречному чувству стиля и блестящему уму. Культура для всех. Кто сравнится с нашей прекрасной госпожой, сделавшей так много для Фаюма? Мы должны быть вечно благодарны за ее труд на благо города. Культура для всех. В Фаюме безопасно, как никогда. И все благодаря бесконечной щедрости нашей госпожи, которая безустанно трудится на благо нашего... Кто сравнится с нашей прекрасной госпожой, сделавшей так много для Фаюма? Новый мир расцветет на месте засохших корней прошлого. Культура для всех! Эти зем... Благодаря неустанным заботам нашей госпожи, пою. Шадья!
убита одним из вас. Шадья! Кто? Шадья! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна. Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Тот клинок еще при мне. Круто! Помните, сначала мы устраняем цель, и только по... Ну как ты там? Плохо. لن تهربي مني الحقيرة. Нужно действовать. Смелее. А? Але? هل كل شيء على ما يرى؟ Группа 1, обнаружена вторая цель. Нейтрализуй. Нет, нет, прошу. Нет! Вторая цель... Ди? Нет, Ди. Нет, нет, нет. Черт. Чтоб вас, Абстерго! Вы заплатите! Если вы слышите это, то вы из Абстерго, а я мертва. Окажите услугу. Передайте эту запись Софии Рикин. Я мечтала попасть на проект Анимус. Ждала 12 лет. И все впустую. Я создала Анимус, способный проникать в память чужих предков. Это был настоящий прорыв. Даже стала свидетелем создания братства.
Артефакты, легендарные таинственные гробницы. Я нашла их. Убив меня, вы лишились всех этих знаний. Я понимаю, почему стала целью. Но при чем тут моя подруга? Она ведь... О, милая моя, как же ты была права. Интересно, как там Хатифрес и Хинут? Навещу их. Здесь не осталось этих тварей. Надо сказать Аполлодору. В Гераклеон. Хатифрес, что это? Мой друг, ты здесь. Я так рад. Кто это? Где Хинут? Моя жена. Кто ее знает? Замкнулась в себе. А это... Неважно. Она уже уходит. Ты свинья. А, все равно скучно. Спасибо за вино. Хинут должно быть у озера. Я тебя отведу. Дай знать, когда будешь готов. Хатифрес, что с тобой? Что ты делаешь? Ты все потеряешь. Знаю, знаю. Я сейчас никому не нужен. Так стань нужным. Разозлись. Бери меч и сражайся. Я не брался за меч много лет и ввязался в это лишь потому, что так хотел Аполлодор.
Он считал, что кто-то готовит заговор против нас. А теперь Шади мертва. Да, что-то происходит. Ты прав, что хотел помочь. Я глупец. Я не хотел этого. Не будем медлить. Ханичеру. Но! Мы почти пришли. Там у воды есть алтарь. Шадье любит воду. Мы там кормим цапель. То есть, любила. Кормили. Хирепсе тиеу. Надо торопиться! Europe innocent! Хинут, рад тебя видеть. Хинут? Вот, так теперь всегда. Я знаю, как помочь. У нас в Сиве есть ритуал прощания с любимыми. Ты не против? Пожалуйста. Для ритуала кое-что нужно. Я скоро вернусь. То, что мне нужно. Делай, что тебе приказали, ленивая скотина. Нужно зерно вырасти. Это не моя беда. Капитан! Хинут, нет! Не надо! Я очень надеюсь, что ты не вымогаешь зерно у крестьян. Ведь ты понимаешь, что это против наших законов. Как блюстители порядка, мы оба это знаем. Верно? Скоро увидимся, блюститель. Мой супруг, нам пора очнуться от горя. Никто больше не должен страдать. Мы можем помочь. Ты был воином, муж. Думаю, пришло время стать им вновь. Теперь ты и сам все видишь. Этих людей некому защитить. Это еще не конец. Что ты? Почему мы не убили эту египтянку? Не волнуйся. Командир при... С дороги! Мы сильнее. Нас не должны застать врасплох. Это эмблема. В первый раз я ее вижу. Может, хоть и Фрес знает? Умер, и ладно. Но он говорил о командире.
о том, кто отдает приказы. Это еще не конец. Ты жив? Они хотели убить Хинут. Смерть нашла их первой. Завидую им. Что ж, это правильно. Солдаты понимают только язык оружия. Это не все. У командира был приказ. Я нашел эту эмблему. Узнаешь? Да. Дело плохо. Это знак форта Бубастис на востоке. Им управляет один самоуверенный урод. Хинут права. Нужно положить конец страданиям людей. Баек, прости меня, но нам нужна помощь. Я помогу. Но мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь. Шадзя, мой лотос. Больше никому не придется страдать так же. Я клянусь тебе. Прощай, мой головастик. Теперь ты свободна.
Я принес. А, кто вернулся? Баек из Сивы. Рад видеть тебя в Гераклионе. Здесь есть вино, женщины и все, что Меджай желает. Выбирай. За царицу. Баек, ты выбрал удачное время. Клеопатра, я все еще ищу убийцу сына. С орденом покончено. Но кому из нас это нужно? Есть еще два имени. Орден не может. А сколько имен после этого? Столько, сколько понадобится. Я хочу одного, помочь сыну предстать перед Анубисом. Я не... Ты мне нравишься. Но меня, в отличие от Айи, ваши дела не волнуют. Так что для тебя этот знак? Ты что, забыл? Для тебя он важнее, чем для меня. Наш враг не один человек. Ничто не закончилось. А я поняла, что теперь все изменилось. Я твой правитель, а ты Меджай всего Египта. Идем, у нас есть дар. Раз мы о Меджаях, как там Айя? Айя все еще защищает моря. Помпеи и его флот должны прибыть со дня. Мы объединимся против Ордена, и все изменится. На своем пути я видел много ужасного. Наша страна страдает. Нельзя дать Ордену вновь обрести силу. Да, Баек. Вот два новых имени. Шакал и Скорпион. Они приближенные моего брата. Мы думаем, это они устроили покушение на мою жизнь. На твою жизнь? Филаки твоего брата? Сложно сказать. Габинианец. Один из воинов Септимия. В его армии 2000 бойцов. Я надеялась на союз. С Септимием? Римлянин? Он ведет их? Да, он полагает себя истинным египтянином и при этом посылает ко мне убийц. Это не в египетских обычаях. Айя думает, он работает на орден. У него здесь есть доверенный, охотник. Возможно, это он стоит за смертью моего сына. Проклятье! Убейте меня, наконец, трусы! Вот твой дар. Он из Ордена Древних, как Септимий. Рыскал вокруг виллы. Возможно, он даст тебе ответ. Твоего сына убил мой брат, но мне-то плевать! Тебе плевать, а мне нет! Я был с близняшками, охотник! Доволен? Я постараюсь узнать что-нибудь еще. А ты пока наведайся в бордель. Да. Переверни этот город Диониса. И узнай все о заговоре. Септимий в городе. Его главного филака зовут Охотник. Люди говорят, его видели у борделя. Я очищу город. Он под моей защитой. Я хочу назвать этот храм в свою честь. В городе безопасно? Я немного отвлекся. Здесь очень красиво. Ну что? Как бордель?
Если мы хотим поймать Септимия, надо поспешить. Я найду его. Ιδί Όντιν, όραν βουλήμι τη μηχανές τερινά. Σι ο Μπέλ, πώς μισόν το γραφείο να μπελθέντος σε μου. Πού και βιθόμι, τα μία σε έδω και μία πίσω. А, вижу, ты воин. Предлагаю скидку. Постой. Ты ведь не один из габинианцев. Нет, вовсе нет. Я Миджай. О, раньше Миджаи часто заходили. Сейчас нет. Кому ты служишь? Клеопатре. Слышала, что она здесь. Хм, Миджай, который служит царице. Золото карман не жжет? Я хотел бы поговорить с близнецами. Поговорить, значит. Ладно, у всех свои странности. Тебе придется заплатить мне, говорить ты будешь или что-нибудь еще, Миджай. Иди наверх, располагайся. Близнецы найдут тебя. Вчера у них была тяжелая ночь, так что говори с ними нежнее. Ты хотел поговорить? Я ищу габинианца, охотника. Чш, не произноси вслух. Он бесчестный мерзавец. Я не собираюсь покрывать это чудовище. Да, люди боятся его, но ты должен его убить. Ты можешь найти его на площади. Скоро его нельзя будет найти нигде. Анубис, что тут случилось? Похоже, охотник не один. Воняет, как на болоте. Посуда разбита. Похоже, неспроста. Кровь на стенах. Охотник не в себе. Что же вы замышляете? Thank you.
Клеопатра вместо мишени? Охотник натаскивает своих габинянцев на убийство. Лютни, помада, всякие масла. Здесь были блудницы и римские одежды. Странно. Похоже, не хотят привлекать внимание. Кувшины. Но запах не вина. Масло в кувшинах? Его хватит, чтобы сжечь весь город. Боги. Коварный план. Воин переодевается женщиной. Так проще проникнуть во дворец. Они войдут в порт, словно торговцы, и устроят пожар. Воспользовавшись сумятицей, лучник убьет царицу с высоты. Охотник. Непростой ручной пес Септимия. У него свои люди в ордене. Я должен скорее найти их. Сюда. Может, вернемся в бордель? Плюнем. Кабатру и господин. Не
Нет уж, приятель. Мне не терпится поджарить Клеопатру. Охотник даже заплатил мне, чтобы я поджег жаровни. Похоже, защита Клеопатры слаба. Грядет самое простое убийство в истории. Sic recurri ad mulierum terras. Άνθρωποι νου να πολλέσαι. Μόριας παρασκευάσματα. Глянь, это Миджай. Такой боец нам точно не помешает. Надеюсь, Амон нам благоволит. Айя, милая. Баек. А, ты пахнешь морем. Да, я давно не была на суше, но теперь я твоя. Баек! Я раненая! Защити царицу! Айя! Я ранен! Защищай царицу! Иду на помощь! Я справлюсь, любимая. Кишки выпущу. Да что с тобой? Твоя царица, паршивая собака! Не стоит так говорить о богине. Египет долго не протянет, раз такие, как ты, его защищали. Болтай, пока голова еще на плечах. А ты давно заходил в бордель? Там тебя ждет мой подарок. Твои угрозы смешны. Ну же, я упокою твою Ка. Какой ты глупец. Думаешь, что сможешь сорвать наши планы? Скоро ты умрешь. Начало положено. Смерть Клеопатрия! Мы ведь кабинианцы! Египет будет нашим! Ура! Мои воины погибли, но меня никто не убьет! Два топора, их здесь не хватит. Пусть царица умрет, хоть достоинство сохранит, наверное. Раз смерть награда, я вручу ее тебе, самому достойному из достойных. Ха-х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 а-
прибереги место в Дуате для своего брата Септимия. Эй, старик! О, ты ранен? Так, царапина. Все хорошо. Ничего не болит. В голове хаос. Но одно я прекрасно понимаю. Меня по-прежнему хотят убить. Царица, отдыхайте. Мне не нужен отдых. Междуусобная война в самом разгаре. Мне нужен трон. Мой трон, гниющий в руках моего брата. Пусть Фоксит готовит корабль. Встретимся с Помпеем. Если не он, никто. Вы предупредите его о нас. Да, царица. Баек, нужно спешить к Помпею, пока не поздно. Габинианцы оставили нам Филуку. Удачно. Септимий — мерзкий пес. Мы должны доставить его к пожирателю. А что, Патин? Он тоже утолит голод пожирателя. И потом домой. Домой мы вернемся только вместе с Клеопатрой. Покажем Сиве, что изменилось. Что мы изменили. Как дела на Триреме? Славно. Фоксит решил доверить мне. Может, займемся любовью? Что, прямо в этой лодке? Нам не часто удается побыть вдвоем. Воспользуемся моментом, пока ты не отправилась спасать Египет. Ты шутишь, но это не смешно. Я борюсь за высшее благо. В нашей стране бушует кровопролитная война. Везде страдают люди. Я люблю тебя. Но мы Меджаи. Мы защитники, но действуем одни. Я тоже ненавижу Птолемея. Но помни, Клеопатра из Птолемеев. Она лишь меньшее зло. Мы должны творить благо. А чему мы служим сейчас? Мы родители. Мы были родителями. Я люблю тебя, Баек и Сива. Но кому ты служишь здесь пахнет смертью. Запах жуткий, но я уже начинаю привыкать к ним. Это трупы? Боги. Воды Нила долго будут красными. Осирис будет занят. Это римляне. Нигде не видно. Нет. Они обошлись без особых почестей. Похоже, мы опоздали.
Похоже, мы опоздали. Септимий опередил нас. Даже великие люди в итоге становятся пищей для червей. Так выглядит кладбище наших надежд. Нет. Нет, не может быть! Где Цезарь? Он прибыл в Александрию. Его хорошо охраняют и... Мне надо к нему. Я доберусь до Цезаря, даже если для этого придется лезть в сточные канавы дворца. Послушай, Байек, сядем на корабль, и пути назад не будет. Царица должна занять трон. Или нам не сносить головы. Я понимаю. Не часто доводится возить богинь. Уж прости, у нас нет царей и цариц. Лишь боги да богини. Ты здесь к месту. Теперь мне только ужасы желанны. Ха-ха. Боюсь, моя... Мой оруженосец! Что с тобой? Она повергает в трепет. Мы должны ей помочь. Это богиня, и вдруг среди нас. Не обманывайся внешностью. Она нуждается в нас. Ая. Вот кто богиня. Там. Я что-то вижу. Ая, уже ищете здесь местечко поукромней, да? Ну, довольно. Думай о войне. Соратники! Сегодня на борту драгоценный груз. Прекрасный Пта. О всех титулах которой мне, если честно, даже подумать страшно. Итак, взгляните прямо по курсу. И увидите корабли, что направляются сюда. Это посланники маленького фараона. Сами явились к нам в гости. Мы ведь поприветствуем их, верно? О, да! Отправим горячее послание! Ла-ла-ла-ла! Я вспомнил тот раз, когда ходил с пиратами.
Лет 20 назад это было. Речь о сицилийцах? О, ты слышала? Верно. Они наняли мое судно. Собирались напасть на Антиохию. Им не хватало кораблей. Так я пытался разбойничать в первый и последний раз. Должна же быть хоть капля совести. Но не больше. Даже каплю найти непросто. Заговорил! Славный Меджай! Мы в море, капитан. Все величие здесь твое. Клемейцы! Сжечь их! Ла-ла-ла! Теперь им конец, братья! Мерзавцы сгорят в нашем огне! Спокойно! Спокойно! Удар! А нам попали! Стреляем! Удар! Сейчас будет удар! У меня щит горит! Ну, веселей! Увеличить темп! Нас атакуют! Стреляем! Удар! Стреляем! Нас атакуют! Удар! Ответный огонь! Стреляем! Нас атакуют! Гребите! Удар! Готов стрелять! Стреляем! Стреляем! Удар! Стреляем! Удар! Ускориться! Нас атакуют! Больше идем скоро! На таран! Проклятие! Наращиваем темп! Готов стрелять! Стреляем! Отлично! Вижу, ты здесь словно рыба в воде. Плавать проще, когда вокруг нет желающих потопить твой корабль. Дюжина... Там! Корабли Птолемея! Они окружают нас, хотят прижать к берегу. Нет, ты не поняла. Зачем нам сражаться? Можем пойти на прорыв и направиться сразу в Александрию. Нужно убедиться, что царице ничто не грозит. Выбора у нас нет. Эти гнусные твари познают силу стрел Ра. Твои слова греют мою душу, хоть я и грек. Разнообразие делает жизнь интересной. И битвы! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Флот ждет твоей команды, Айя! Катапульты готовы и ждут приказа! Ответный огонь! Готов! Флот к твоим услугам! Только скажи! И на них обрушится огонь! Стреляй! Не жалей катапульты, Айя! И не жалей врага! Стреляем! В этой битве не выиграть без катапульт! Ла-ла-ла-ла! Стреляем! Удар! Кто у вас бог огня? Буди его! Пусть он явит нам свою мощь! Удар! Не жалей катапульты, Айя! И не жалей врага! Кто у вас бог огня? Буди его! Пусть он явит нам свою мощь! Удар! Флот к твоим услугам! Только скажи! И на них обрушится огонь! В этой битве не выиграть без катапульт! Ла-ла-ла-ла! Флот к твоим услугам! Только скажи! И на них обрушится огонь! Стреляем! Удар! Кто у вас бог огня? Буди его! Свою мощь! Стреляем! В этой битве не выиграть без катапульт! Удар! Ла-ла-ла-ла! Увеличить темп!
Не жалей катапульты, Ая! И не жалей врага! Спокойно! Спокойно! Флот к твоим услугам! Только скажи, и на них обрушится огонь! Стреляем! Кто у вас бог огня? Буди его! Пусть он явит нам свою мощь! В этой битве не выиграть без катапульт! Ха-ла-ла-ла! Стреляем! Не жалей катапульты, Ая! И не жалей врага! Стреляем! Флот к твоим услугам! Только... Взять их! Воняет, но не от грибцов. Чем-то еще. Постой, Фоксит. Вон там, посмотри. Два корабля! Проклятье! А его флот неплох. Но я не римский генерал с бездонным кошельком. Там мои люди! Успокойся, Фоксит, мы справимся. У нас еще есть катапульты, они заплатят. Во имя великого Зевса! Пусть вода потемнеет! Эй, Дамаст! Боевой клич! Живей, живей! Да, мой капитан! Алла-ла! Это же Акторема! Плавучий город! Боги! Решили погубить мой флот! Слышишь, Посейдон? Пусть эта рыба тебе поперек горла встанет! Соберись, старик. Не стоит оскорблять богов без причин. Сейчас я бы предпочел злых богов, а не мирных. Пусть небеса обрушат на нас какую-нибудь дрянь! Остался последний рывок. Нас атакуют! Готов стрелять! Стреляем! Удар! Готов стрелять! Стреляем! Готов стрелять! Стреляем! Стреляем! Удар! Удар! Прямо по кораблю! Стреляем! Стреляем! Нас атакуют! Стреляем! Удар! Гребите! Стреляем! Стреляем! Быстрее! Удар! 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 Больше скорости! Увеличить темп! Идем на таран! Живее! Гребите! Нас атакуют! Стреляем! Удар! Удар! Нас атакуют!
Вот это встряска! Боги такие шутники, Ая! Стоит тебе появиться, и приятности тут как тут. Баек, повезло же тебе, Меджай. Да, повезло. Встретить таких безумцев, как вы. Может, зря я заставила тебя тряхнуть стариной? Наоборот, наоборот! Только в пылу сражений моя кровь горячеет. Боги! Не припомню таких боев со времен правления отца Клеопатры! Не будем праздновать раньше времени, старик. Мы в море с грузом, стоящим тысячи судов. Не случилось бы что с Клеопатрой. Одежда-то дорогая. Все целые, порядок! По правому борту! Да чтоб вас! Псы Птолемеи еще живы! Садитесь в лодки, в тумане вас не заметят! Я с ними разберусь. Иногда судьба та еще тварь. Спокойных вам вод, а я останусь. Бегите! И не бойтесь горящих стрел! Перед боем мы почтим богиню! Нам больше нельзя проливать кровь римлян. А, нас не пустят во дворец с оружием. Так пойдем без него? Это не важно. Ее узнают. Хотя бы раз можно будет обойтись без почестей. Запомните, ведите себя спокойно, естественно.